Вот. И как касается этой проблемы, нам Министерство просвещения что предложило? Вот у них тоже малокомплектные школы есть, в сельской местности, их сотни тысяч. Вот. Поэтому выбрать современные технологии позволяет лучшего педагога, скажем, в районе, в регионе, и он мог бы одновременно транслировать свои знания с помощью дистанционных технологий, онлайн-технологий. Это как одно из решений. Скажем, вот в Дзержинской школе в старших классах нет математика. Что делать? Или в вашей школе нет географа. Что делать? Нарисовать ему оценку? Или дать ему хотя бы знания в дистанционном формате, когда несколько школ объединяются, и он ведет онлайн-урок, да, потому что нет физического пока человека на эту должность. При возможности, конечно, его надо набирать. Ну вот ваша школа не справилась с этой задачей, значит. Не нашла географа. Хотя это городская школа.